Добрый день, друзья. Сегодня у нас пианино Беларусь. Мы нашли вот номер его. 440 874. Это 82 год. Очень хороший инструмент. Мы предварительно, когда хотели приобретать его, посмотрели. Конечно, он был сильно расстроен. Мы нашли, что есть возможность по времени и по средствам нам настроить его, сделать хорошую темперацию. Надо сказать, что первоначально темперации не было. Было несколько нот, которые были настроены на 435 Гц, если считать относительно вот для первой октавы. Мы приняли решение, так как у нас не вокалисты и скрипачи-духовики, оставить струны 435 и произвести темперацию. Значит, первоначально я сделал циклировку, вот если на разрешение камеры, обычными тибарами. Что я делал? Так как инструмент никогда, кроме как подстраивали, настройки не было, то есть темперации не было, я ставил положение как 9-12, ну здесь в данном случае вот, да, 9-12, чтобы обязательно вороток был с левой стороны. Для чего это нужно? Дело в том, что силовая нагрузка идет у нас книзу, и если мы, как в классическом варианте, хоть такой ключ берем, да, вот этот обычный наш V-образный ключ, да, и для удобства, конечно, тянуть лучше сюда. Вот таким образом у нас получается не скольжение, не наворачивание, как говорится, вербельбанки в окошке в посадочном месте, а частично мы идем на раскрытие. Поэтому, если вы берете старый инструмент, вот как наш, например, 30 лет, то первоначальную настройку нужно сделать, чтобы обязательно рукоятка была от 9 часов к 12. И хоть такой ключ, хоть обычный, вот, допустим, Г-образный. Вот. Проделали мы эту работу, затем мы сделали, значит, регулировку молотков, пропылесосили, молоточки по возможности отшлифовали с помощью пилок. Вот. Теперь у нас он, как говорится, приобрел законченный такой, скажем, вид для использования его как музыкального инструмента. До этого, к сожалению, он долгое время был без настройки. Еще надо отметить тот факт, что мы сейчас будем его расположили, вот я не знаю, камера даст нам разрешение, можно показать, что у нас там есть окно, мы на первом этаже находимся, поэтому в наших советских инструментах не предусмотрена такая вещь, как защита от мышей, да, как вот protection of mice или mouse, да, вот. То есть у нас идет педальный механизм, мышь может проникнуть в окошко в педальное и пойти. Вот если будет видно, мы, значит, сделали стойку около педали, около одной, около второй, и с боков тоже, потому что она может пройти на... Более того, здесь еще не было до конца, где чугунная рама, вот тоже видите такие две вставочки, справа и слева. То есть делайте на любых модификациях ваших фортепиано, если они советские, вот эта защита не предусмотрена, тогда у вас никогда не будет вероятность того, что какие-либо грузоны проникнут и натворят небольшие, а может быть и большие, значительные погрешности. Вот. Темперацию мы сделали. В следующем, как говорится, файле мы покажем, как настроился инструмент. Все, спасибо. Сейчас у нас окончательный этап наших работ. Где-то затрачено около 9 часов времени чистого, то есть мы разделили нашу работу на 3 дня. Я периодически приходил, те или иные работы делал, посмотрел, что у нас строй не расползается. Это очень важно, когда колки держат строй. Вот. То, что у нас получилось, не судите строго, но я хочу сказать, что не только, как говорится, знак качества, который здесь указан на этом инструменте, но и мои личные ощущения, то, что инструмент будет работать качественно, вот, на усладу, так сказать, потребителей. Вот сейчас мы продемонстрируем темперацию. Сначала я играю квинты, да? Я сыграю.
бойтесь брать Беларуси, смотрите, настраивайте. И, в общем-то, будет очень качественный звук, если постараться, получается очень даже хороший инструмент. Спасибо за внимание, встретимся на YouTube.